А вы, допустим, у вас же так получилось, что супруг, он и режиссер, и в том числе он вас, так сказать, вот по этому назначению тоже использует, актрису. Вы с ним советуетесь всегда или только когда работаете у него как актриса? Ну, вы имеете в виду в кино? Да, в кино, в театре. Или вы считаете, что это такие совершенно не смежные Нет, это области? смежные. Да. Это смежные. И Паша мне очень много помогал, особенно раньше. Сейчас, если... Ну, я как бы набрала сейчас немножко опыта, и, наверное, где-то Вы что-то только я... озвучите полностью, потому что вы так говорите, Паша, как бы, ну, так, Мой чтобы... супруг Павел Сафонов. Да. Спасибо. Сейчас я набралась немножко опыта, и где-то я... Да ладно, я сама сделаю. А раньше я очень к нему часто обращалась. Или если роль для меня не совсем понятная, что я очень люблю, но тогда я начинаю с ним как бы так косвенно. А вот как ты думаешь, а вот здесь вот... И он иногда может одно слово сказать, за которое я цепляюсь, а дальше уже выстраиваю сама, ну, сама с режиссером, если везет. Просто с режиссерами не очень Мы хорошо. подошли к вам, к вашему, ну, как у вас принято говорить, крайнему проекту, чтобы не употреблять прилагательное последнее. Это «Касатка». А насчет «Касатки» вы советовались с Пашей? Нет. Нет? Не его совсем, да, это тема. А, Вы да расскажите немножко нет, про этот сериал, да. просто... Ну, просто как-то, наверное, была героиня, мне понятно. Наверное, она не очень сложная. Не очень сложная, да? Но как, это ведь, она же юрист, я так понимаю. Да, вы, ну, расскажите, Аналитик. Она аналитик. Аналитик, да. Аналитик, Ну, расскажите работает немножко, да, это же сериал сейчас идет на России, поэтому, Да, ну, наверное... что тут рассказывать? Нет, Нет, ну... но она, да, она жила в городе Санкт-Петербурге, приезжает, она в Кострому Так. и поселяет ее работать в некий отдел, в котором полный развал, делают, что хотят. Три прекрасных парня, это Сергей Все Астахов. влюблены? Нет, сразу они не влюблены, Нет. они думают, тут чуть такая приехала строптивая. Сейчас мы Но ее она по быстренько... сценарию имеется в виду прям вот как я актриса ее играющая, то есть красотка-красотка, или как там же по-разному уже бывает. Ну, что видим, то и играем. Вот. Так. И они ее решают укротить. И думают, То там есть тоже, спорят да, на нее. дедовщина такая, да, Ну, своего спорят рода. на нее, Да. говорят, ну, вот кто первый там с косаточкой. А, так. Да. А в итоге оказывается, что да, все влюбляются. И потом она начинает ими крутить. В итоге не выбирает никого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.